Хвальфьордаргюнг подводный автомобильный тоннель, проложенный под Хвальфьордом на западе Исландии. Расположенный в 25 километрах к западу от Рейкевика, между регионами Вестюрланд и Фютборгарсвайдит. Строительство туннеля было начато в 1996 году и завершено в 1998 году. Его стоимость составила около 5000 миллионов исландских крон, 70 миллионов долларов США. Тоннель был рассчитан на среднесуточную пропускную способность 5000 автомобилей в год. Его общая длина 5770 метров, из которых 3750 метров находятся под водой а глубина достигает 165 метров ниже уровня моря. Самая глубокая глубина моря составляет 40 метров. А минимальное каменное покрытие составляет 40 метров. Тоннель вырыт глубоко в скальной породе под дном Хвальфьорда. Через тоннель проходит участок кольцевой дороги Хрингвегюр номер один. Самой важной дороги в стране. Южный участок имеет продольный уклон от 4 до 7 процентов. Северный участок 8,1 процента. Тоннель состоит из одной галереи. Движение осуществляется по двум полосам шириной 4 метра в каждую сторону. Но с северной стороны есть дополнительная. Третья ⁇ полоса для подъема каждые 500 метров есть ниша для аварийной остановки или поворота. Порталы имеют профиль в виде симметричной арки. Работа тоннеля не зависит от погодных условий и он всегда открыт для проезда. Пешеходы и велосипедисты в тоннель не допускаются. Хвальфьярдаргюнг уменьшил расстояние от Рейкевика до западной и северной частей острова на 45 километров и сократил время проезда через фьорд до 7 минут вместо часа. Хвальфьярдаргюнг – единственный тоннель в Исландии, который финансировался, строился и эксплуатировался частой компанией «Сполюр» и был единственным тоннелем, где взималась плата за проезд? С 28 сентября 2018 года проезд в туннеле бесплатный. Первоначально предполагалось, что потребуется 20 лет, чтобы компания окупила стоимость строительства туннеля. Но трафик оказался значительно выше, чем первоначально планировалось. Туннель окупил себя раньше и был передан государству. Объем движения в тоннеле настолько велик, что компания Spoiler предложила построить новый туннель рядом с существующим, потому что движение достигает порогового значения, установленного европейскими правилами, 8000 автомобилей в день при превышении которого движение в противоположных направлениях должно быть разделено. 6 июня 2016 года в Хвальфьордаргёнг произошла первая авария со смертельным исходом в результате лобового столкновения двух автомобилей. Один человек погиб, трое получили серьезные ранения. Тоннель Хвальфьордюр получил плохую оценку в 2010 году в европейских испытаниях туннелей которые ежегодно проводит немецкий автомобильный клуб ADAC. Критики подверглись различные аспекты, которые также упоминаются в тесте и e особенно слабое освещение, отсутствие автоматической системы пожарной сигнализации. Слишком слабая вентиляция в случае пожара и расстояние до ближайшей пожарной части 28 километров. Через каждые 500 метров есть ниша для облегчения поворота. А емкость для хранения воды составляет 2000 кубических метров. По данным газеты Morgan Blay, в период с 2007 по 2013 год в систему безопасности туннеля было внесено несколько улучшений. Что привело к удвоению уровня безопасности туннеля? Улучшения включали лучшее освещение, настройку системы мониторинга, новые аварийные фонари и больше огнетушителей.